программы «Комфортный город» вы узнаете все о безналичном расчете в общественном транспорте «Чебоксар». Какая разница между единой транспортной и бесконтактной банковской картами? Как ими пользоваться и где пополнять? И, конечно же, что думают о нововведении сами горожане? Ответы на все эти вопросы в эфире национального телевидения «Чувашии» 21 февраля в 20:30 в программе «Комфортный город».